холодильником и слышу такой пах, все серое, осколки, ногу порезала, сейчас помощь оказали. И все, я начинаю документы собирать, через мое окно полицейский зашел, быстрей. Со второго на первый этаж лестницы вообще нету, там уже пожар горит. Тут пожар, тут это, ой, ребята, ой, это страшно, это просто страшно. Я 4 года купила эту квартиру, и тут друг друга, дальше знали с параллельных домов некоторые, белье сюда вывешивали, привет. Вечером муж бывает шашлык сделает, Саша хохол, бывает угостит пожилых бабушек, давайте там за здоровье, какой-то праздник, пасочка, ну как-то дружно жили, а теперь что? Вчера хоть что-то было, там 3 этажа. Ну, можешь меня поздравить с новосельем? Москвы этой дачи разъебашат, ебаной матери, ну, боимся. Гондонов ебучих, блядь. Сука, гуманная страна Украина, блядь. Сука. Кому? Ничего нету рядом, ни поблизости. Ура, администрация приедет, меня расселит, куда? У меня все свое было, теперь я как наймочка, блядь, бомжиха стала, полтинник. Виключно житловий будинок, в якому мешкали громадяни, досить значна кількість людей була на момент прильоту. На теперішній час 7 загиблих, 20 поранених, з яких 17 доставлено в лікарню. Отримані частини корпусу та крил, снаряду, на яких є маркування. Маркування саме вказує, що це був «Іскандер», випущений в 2020 році.